В конце декабря проездные не поступили в продажу. И вот теперь стало известно, что по просьбе мэра курорта Анатолия Пахомова все муниципальные и частные автотранспортные предприятия города обеспечат перевозку льготных категорий граждан по декабрьскому проездному билету. Он будет действовать до 15 января 2016 года. Разрешено ездить по декабрьским проездным до 15 января. Без доплаты, без печати, без подписей. Для категории инвалидов, пенсионеров, ветеранов это является приятной новостью. Доплачивать ничего не нужно. Спокойно отдыхайте, встречайте Новый год и ездите по проездным до 15 января. Управление социальной защиты населения совместно с автотранспортными предприятиями курорта разработают новую схему предоставления льгот на проезд в общественном транспорте.